Но на ваших экранах француженка Майя Беренис Мид. Она была третьей на турнире Кубок Ниццы месяц назад, да уж больше. Она является серебряным призером чемпионата Франции. Тренируется у Кати Криер. Ну а хореография, конечно же, Зазу. Кто там еще во Франции будет этим заниматься? Композитор Алан Сильвестри написал музыку для кинофильма «Форест Гамп». Под нее и покатается. Молодчина. Майя Беренис Мид из Франции. Да, безусловно, это было не самое легковесное катание, не самое сложное, но со своей программой она справилась, и каждый спортсмен может гордиться собой, когда у него получилось сделать то, что они с тренером намечали. Так, переступая, заезжает на Луц. Луц и двойной тулуп в начале ее программы. Затем она прыгнула тройной ридбергер.
Своеобразное катание, согласитесь. Сложные, интересные вращения, я имею в виду непростые позы, хотя и все это было достаточно медленно. Конечно, не добиться и высоких оценок за компоненты. И тем не менее. Кстати, на чемпионате мира среди юниоров в позапрошлом году она выступала, занимала 12-е место. Учитывая то, что из России Алена Леонова тогда выиграла, а Оксана Гозева заняла только 9-е место, то 12-е место для Франции вполне был приемлемый результат. 48 баллов. Для себя она набрала самые большие баллы в своей карьере.